какие же вы умнички, какие прекрасные у вас цели. Главное идти, не останавливаться и двигаться все время по направлению к ней, не сбавлять темпов и только наращивать. Я просто уверена, что вы справитесь со всеми своими задачами и проблемами. А у нас закончилась тренировка в прямом эфире, и уже вы можете посмотреть в ленте, позаниматься с нами, все те, кто не успел в прямом эфире поработать вместе с нашей командой. Очень вас люблю и желаю, чтобы поскорее карантин закончился, чтобы мы поскорее все пришли в зал и просто показали все наше мастерство.